Всем привет! Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Тут еще и Радюлька. Тебе сегодня что? У тебя сегодня какой праздник? Очень веселый. Тебе сегодня 5 лет, у тебя день рождения. И мы вместе с вами сейчас погружаемся в эту атмосферу. Погнали! Мы двигаемся уже по стандартной отработанной схеме. Так как мы живем здесь уже почти год, мы здесь уже все знаем. И, в принципе, любую потребность на нашем районе можно закрыть в радиусе буквально 50 метров. Настенька часть заказала на Озоне, часть на Вайлдберрис, часть в соседних магазинах. Все вроде мы подготовили. Осталось сейчас только вечером мне надуть шары. И, по сути, все. Завтра просыпаемся и делаем все возможные сюрпризы. Так, покажу вам. Смотрите, это я заранее уже сходил, все взял. Получил. То есть здесь вот упаковка, в ней украшения. Лежат всякие кепки, футболки. Давно просит вот такой вот портфельчик. Это Brawl Stars, кто в теме. Огромнейшая коробка торта. Торт получился просто огромный. И вот такой большой Халк. С Халком вообще приключилась такая история, что буквально за несколько дней у него был Халк, который растягивается, гуджитсу. Он его прям берег, потому что это его прям любимая была игрушка, любимый герой. В итоге за пару дней он просто его порвал. Ну, там вот слегка лопнул, тут начала вытекать жидкость, и мы его, естественно, выкинули. Он так сильно расстроился, так плакал, и мы решили, что ему нужно подарить еще Халка, потому что он его любит, и он давно заглядывал здесь в магазине игрушек на большого Халка. Классная, качественная игрушка, вот, собственно, ему завтра подарим, посмотрим на его реакцию. Шары забрал, бегу. Самое главное, чтобы они не лопнули сейчас по пути, потому что в Краснодаре очень холодно. Так, ну что, вот уже и утро. Слушайте, Ротика, он вообще просыпался ночью и не спал, видимо, в предвкушении, что будет день рождения. И сейчас рано утром они проснулись тоже. И вот он уже ждет подарки, поэтому пойдем сейчас дарить первый. Решили подарки так подрастянуть на целый день. Он не знает тоже, что у него будет, какой у него будет торт. Вот, но я думаю, что ему должно все понравиться. Пойдемте. Берем шары, у нас тут, видите, целый пакет. Берем первый подарок и идем. Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Днем рождения, Родиончик! С днем рождения тебя! Спасибо, мам! Родиончик, у нас для тебя есть кое-что. Совсем недавно? Совсем недавно у тебя был лучший друг. Помнишь, кто это был? Халк с Джитсу. Вот. По каким-то обстоятельствам его больше нету, да? Ты тогда очень сильно расстроился? Да. Даже заплакал. Даже заплакал. И мы решили с мамой... Что мы решили с мамой? Подарить тебе нового друга. Он немножко подрос. Он изменился. Но он тоже будет верным. Да, и я надеюсь, что ты его будешь тоже так же любить, как того Халка. Это друг чуть другой. Но это большой Халк. Держи. С днем рождения, сынок. Играйся. С днем рождения, сын. С днем рождения, Родион. С днем рождения, зайчик. Мамочка, целуй. Целуйте Настю. С днем рождения, маленький наш любимый. С днем рождения, с юбилеем тебя, солнышко. А как распаковать? Ну? Пап, смотри, смотри, его ногами умеет шевелить. Аккуратно, нужно. Круто. Так, бабушка звонит поздравлять Родиончика. Давай. Привет, Маша. Где имени? Надо сказать, что? Я слышу. Деловой и важный. Скажи спасибо. Он показывает, что спасибо. Мы подарили. Первое. Первый подарок пошел. Радюшка еще не знает, что мы подготовили для него сюрприз, что мы кое-куда поедем. Сейчас быстро готовлю завтрак, яичницу, завтракаем и погнали. Тём дарить следующий, но вообще настолько нетерпеливый, все заглядывает, все бегает, пытается все разглядеть, не понимаю, зачем так делает. Ну да ладно. Готовы? Да. Но ты же уже все увидел. Что там? Что там было? Я не понимаю, что это было, какая-то зеленушка. Зеленушка? Да. Родион, ты же себе портишь все сюрпризики.
Зачем ты пытаешься все разглядеть? Все, Кась, папа, вручай. Папочка, вручай. Папочка, вручай. Закрывай глаза. Угу. Крепко закрывай. Открою, когда откроешь, когда скажу. Следующий. Раз, два, три. Это тебе. А почему он еще больше, чем у меня? Странно, не знаю. Смотри, какая. Открывай скорее. Месяца для путешествий. Да? Там что-то внутри же он лежит. Открывай скорее рюкзак. Ну, открывай его. Открывайте из пакетиков. Это что, Родион, тебе и твоему братику? Это же сумка. Открывайте. Тебе и твоему братику. Да, рюкзак и там сумка, а там еще кошелек. Это футболка. А кошельки деньги. Футболка. Ну-ка. А еще эти футболки, знаете, какие? Какие? Угадайте, волшебные. Что они делают? Угадайте. Там так много леонов. Тут леон, обычный леон, акула, как, леон. Как вы думаете? А у меня все леоны. Как вы думаете, что эти футболки в темноте делают? Светятся. Да, это настоящие светящиеся футболки. Давайте бегом-бегом одевайте их на себя. И футболки нам нужны сегодня, ребята. Знаете, будет для чего? Для чего? Для секретного задания. Которые мы сейчас будем выполнять. Так, мы сейчас кое-куда поедем, Родион еще не в курсе. И решили первый раз вообще воспользоваться вот этим вот удостоверением. Надеюсь, у нас получится. Вот мы и собрались. В полном составе. Выдвигаемся. Мирончик традиционно уснул. Пацаны уже убежали куда-то вперед. Настенька вот им кричит: подождите, подождите. Вот сюда идем. Так, детвора уже залетела. Вот Мирончику нужно раздеться, иначе он упарится. Мы попали в игровую. И вон наши мальчишки уже прыгают. Ага. Здесь. Ага. Радюшенька, это от нас тебе подарок на твой день рождения, чтобы ты как следует набесился, напрыгался. Понял? Главное поаккуратнее, хорошо? Все это пространство для тебя. Пацанам, короче, некогда, все, они убежали. Здесь их можно, наверное, потерять. Слушай, прикольная, конечно. Очень прикольная игровая. Здесь есть куча всего. Видите, вот такие вот. Профессии. Во, тюрьма. Сейчас мы кого-нибудь сюда посадим. Пианинка, огромный батут. Слушай, ну просто обалденно. Сейчас мы посадим туда Артема. Я чувствую, 3 часа нам будет мало. Я так чувствую, что сейчас застрянем. Подожди. О, смотри, Славик. Да. Артем, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Руки за спину. За спину руки. Ну-ка. Стоим. Ну-ка быстро, сюда. Родион! Все. Родион, спасите, помогите! Ты про брата забыл? Ты про брата забыл, Родион? Что такое? Я в тюрьме! Одевай форму. Нет, Родион, ты форму должен надеть. Подожди, форму полицейского. Маску Халка. В общем, пацанам здесь будет раздолье, да? Вон, смотрите, каски есть, бинокли, смотрите. Там. Не кричи тут. Давайте, одевайте, можете одеваться. Да, куча всего, даже есть электромотоциклы, кататься можно. Девочкам тут и наряды какие принцессы. Ну, видите, для девчонок есть, можно вот играть в больницу. Видите, как здорово. Кафешечки здесь есть.
Какой дом с кухней. Да, смотри, какая кухня. О. Я нам дом нашел. Так, они, короче, на второй этаж ушли. Вот тут есть, смотрите, такой даже трон для именинника. Насен, это трон для именинника. Смотрите. Туалеты, слушайте, вообще безумно какая-то крутая игровая. Горки. Огромное количество динозавров. Во, ему сюда надо. Здесь на самом деле просто берешь его с собой, приводишь фотографа и видеографа, который будет за ним бегать. И вообще красота. Сейчас будут заправляться. Смотрите, какой угарный тренажерный зал для маленьких. Слушайте, я не знаю, мне 30, но я первый раз увидел такое вообще. Так, ну парни выбрали новые себе байки. По цветам как надо. Что, не ездят, что ли? Так, Родион нашел себе быстрый транспорт. Быстрый? Теперь Родюлька. Что, прям сразу, может, дома раскроешь? Покажи мне, какой. Вау! Иди, иди, Юле, говори спасибо, обнимай. Тише, тише. Давай, давай. Ты не толкай, ты ее бей, сынок, бей. Во, вот так вот, во. Молодец, умница. Видал, какие? Ну, а ты каким? Я? А смотри, каким я буду зеленым чуть-чуть. А смотри, каким я играю. Гигантским. А я котик. И снег пошел. Так, ну а теперь время покушать, время обеда у детей, вон, наисвежайшая картоха, наггетсы. Водичку, папа, сейчас. Соня, ты сахар себе забирай, сахара в магазине уже нету. Вот, детворе принесли такие замечательные гастрички. Мам. Будет тоже красиво. Да, они все прикольные. Смотри, Родя, Родик, смотри, какой у тебя подарок. Родик, смотри, какой подарок тебе мама сделала. Смотри, это кто? Смотри, это кто? Родион. Здесь? Это тебе тоже на день рождения. Держи. Родион, я. Браво, Старс. А я где, Родион? Это ваши кружки, будете с собой везде брать. Мы сейчас приехали домой после этого заведения. Пока мы и пошли в магазин, моя задача быстро вот это снять, здесь все повесить новое, расставить, накрыть стол, чтобы Родион зашел. И вау, и будем ему выносить торт. Я вроде как и ускорился, но мне не успел. Уже пришли. Я начал, говорю, зачем будет экрана-то? В общем, ладно, они уже дома, я тут закрыл дверь, вот, сейчас еще нужно вот с этой историей быстро разобраться и покажу уже финально. Все, готов, Радюша? Давай, с днем рождения! Какой огромный торт! Сейчас я его распакую. Свечечка, как просил.
Так, ладно, буду разворачивать. Посмотрите, какая красотища. Вообще, слушайте, вот это он сейчас будет рад. Ладно, пойдемте проверять. С днем рождения тебя! С днем рождения! Реакцию покажи. Подожди. Тебя! Ты в шоке? Родиончик, поздравляем! Это тортик для тебя! Какой красивый! Желание загадал? С днем рождения! Рассматривать его можно долго, он очень интересный. Родион, да? У тебя 2,5. Да, клубничный вот такая пломбир. Красота. Клубничный пломбир. Ну что, вкусно? Да. Именинник, твой вердикт. Что? С днем рождения, сынок. Родиончик очень просил вот такую машинку. Ну, вот как Тёмке подарили на день рождения. Вот. Но в итоге я ему сказал, что собирай сам. А ему самому собирать очень сложно. Вот, в итоге, вот сижу ему помогаю. Так, вроде спустя 1,5 часа, наверное, у нас с Родиончиком это получилось. Родиончик, с днем рождения. Спасибо. А на ужин мы решили приготовить наш любимый праздничный ужин. Здесь картошка, баклажаны, кабачок, перец, ребра свиные. Еще Настенька сделала салат крабовый, в итоге уже всю кастрюлю мы съели. Посидели. Да, сейчас скоро детей, потом ужинаем мы, вручаем крайний подарок Родиону и будем их укладывать уже спать. Радюша, я для тебя сделал фильм. Будем смотреть? Угу. Давай посмотрим. 4-5 лет. Садись, сыночек. Это мое день рождения. Это твое. Привет, Родиончик. Тебе сегодня исполняется целых 5 лет. Ты маленький юбилей. Мы так долго тебя ждали. И дождались. Я предлагаю тебе и всем нам вспомнить самые классные моменты твоего. Желтенький такой. Это ты, Родион. Выспался такой. Ты маленькая. Ты не поняла? Кто у тебя был первый твой Новый год, когда ты был зайчик, и к тебе приходил Дед Мороз и Снегурочка? Зайчик такой маленький. Мы уже проводили гостей, которые были единственные. Вот. Сейчас последний подарок вручаем и спрошу у Родиона, как ему его день рождения. Родинка, твой день рождения подходит к концу. У нас есть для тебя еще один подарок. Ты готов его принять? Сыночек, держи. С днем рождения. Ты же тогда расстроился, что только у Артемки есть новая постелька, да? Тише, ударишься головой. Вот теперь у тебя тоже есть постельки. Браул, как ты и хотел, да? А, нравится? Да. Сынок, ну как тебе 5 лет, Родион, расскажи. Очень крутый, мне подарили лего-техник. Понравился тебе праздник? Да.